Закон, по которому служба информации и безопасности перешла из подчинения президента к парламенту, объявлен неконституционным. Таким образом, учреждение остается в подчинении главы государства. В декабре прошлого года депутаты ПСРМ и платформы «Пентру Молдова» проголосовали в двух чтениях за поправки к закону о службе информации и безопасности и закону о статусе офицера СИП. Впоследствии депутаты Сергей Литвиненко, Дину Плингеу и Мария Чубану оспорили законопроект, заявив, что была нарушена процедура голосования и косвенно конституция.